«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Град. Бадбарсак. Крупный град. Эре Бадбарсак. Крупный град. Эре Бадбарсак. В Баймакском районе Башкортостана выпал крупный град. Башкортостандың Баймак районында эре Бадбарсак яуған. В Баймакском районе Башкортостана выпал крупный град. Башкортостандың Баймак районында эре Бадбарсак яуған. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».